Власти Франции обнаружили новый, ранее неизвестный штамм COVID-19 на северо-западе страны. В ближайшее время медики проведут эксперименты, чтобы определить, как этот штамм реагирует на вакцину и антитела. Сообщают, что его выявили в результате вспышки в больнице города Ланьон. Согласно данным, на 13 марта в 8 из 79 случаев заражения в больнице речь идет о новом штамме. Сейчас в целях предосторожности местные власти усиливают меры по ограничению передачи вируса, в том числе ускоряя темпы массовой вакцинации.